श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे Хари Рама, 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 Хари Хари. Ну что, дорогие друзья, мои поклоны всем. Конечно, мне очень приятно видеть вас всех в онлайне, живых, здоровых. И надеюсь, что те, кто будут смотреть этот каст, тоже в добром здравии и состоянии духа. Я веду его из Бангкока, из карантина, сижу в одиночке, в хорошей гостинице. Все не так дорого, еду приносят два раза в день, но все как в тюрьме. Стучаться, открываешь дверь, видишь на тележке твоя еда, забираешь, кушаешь, выкладываешь тарелки пустые на место. И попытался выйти в коридор, мне сразу же позвонили и сказали: извините, но если вы будете ходить по гостинице, мы вас закроем еще на неделю. Ну, я понял, что двух недель мне, наверное, хватит. И с одной стороны, как бы, ну, ограниченность пространства – это всегда некая, не то чтобы клаустрофобия, а некая, ну, ограниченность как таковая. Но, с другой стороны, вот сегодня я, наверное, с утра как проснулся, совершил там 10-20 звонков. А вчера меньше, конечно. Вот. Но я поймал какую-то инфекцию, то ли грипп, то ли кишечную инфекцию еще в Абхазии. В общем-то, сейчас не так себя чувствую прямо шоколадно, но, надеюсь, это не коронавирус, это просто такая, как бы, вот зараза, которая по кисельному ходила и в Абхазии, и она, как бы, подействовала на кишки. Ну вот ночью вчера попытался заниматься пранаямой, сегодня тоже пытался заниматься пранаямой, пытался молиться, пытался слушать, записал 3 видоса, ну, на мой взгляд, таких актуальных, ну, все на тему конспирологических новостей, ну, с таким, как бы, духовным уклоном. Ну и как бы думаю, что вот пока я буду здесь 2 недели, а уже не 2 недели, уже осталось 12 дней, надо как-то эффективно использовать все это время, чтобы, ну, как бы оно не прошло впустую, потому что потом начнется очередная карусель. И принять нужны какие-то такие решения взвешенные, которые, ну, скажем, потом дадут свои определенные плоды. Ну, взвешенные решения какие? Я попросил всех ребят в храмах приготовиться к самому плохому, ну, то есть запастись едой, запастись лекарствами, запастись какими-то ГСМ для необходимости, да. Ну, и это вовсе не значит, что все плохо, там, все ужасно, все печально. Это просто говорит о том, что, ну, как бы, надейся на лучшее, а будь готов ко всему. Японский основатель Панасоника, такой очень интересный был дедушка, он сказал так: имея всегда грандиозные наполеоновские планы, но действуй как местечковый хозяин магазина. Ну да, то есть если у тебя есть какие-то местечковые планы, там, посмотри, есть ли у тебя в холодильнике достаточно еды, чтобы, ну, ее хватило на осуществление твоих планов. Вот, ну поэтому я не хочу никого кошмарить концом света. Конец света – это такая штука, он как бы есть, но не в наше время, мы живем только в начале Кали-юги. Но все мы знаем, что в Кали-югу много всяких разных сюрпризов, и демоны, так сказать, в Кали-югу проявлены не зубами, не с ушами, не с крыльями, а как интеллигентные люди в серых костюмах с галстуками, которые действуют очень грамотно, используют законы, ну, как бы, да, задают вопросы, манипулируют средствами массовой информации. Вот, и поэтому единственное, что мы можем сделать, это вера, противостоять этому можно только верой, внутренней верой. И, ну, как бы, наша история, наша страна, она насчитывает множество таких, ну, как бы, скажем так, катаклизмов, да, там, и
там расстрелы, и Соловки, и Голодомор, и там Иван Грозный, и то тех порубали, то этих порубали, то то, то все. Поэтому как бы, ну, там, то Первая мировая, то Вторая мировая, вот, то там распад Советского Союза. Поэтому как бы, ну, те, кто пожили, они не удивляются, они помнят тяжелое время. И как написано на кольце царя Соломона, и это тоже пройдет. И поэтому я всегда говорю, ребята, какие наши цели и задачи? Наши цели и задачи – это выжить не для того, чтобы цепляться за жизнь там, или улучшить ее физическое качество, а выжить, чтобы сохранить духовное знание, чтобы мы могли передавать его будущим поколениям. А для этого мы должны стать с вами как бы, ну, практикующими личностями, да, не просто говорящими или думающими, а практикующими. Возможно, как я уже говорил, обычно нас то грехи не пускают, то у нас есть какие-то свои цели, амбиции. Но если мы будем общаться, напоминать друг другу всегда, каждый день о том, что наша главная цель – это просветление, это жизнь в мире Господа, Господа Кришны, Господа любви, красоты и гармонии, тогда мы сможем идти, безусловно, с трудностями, но мы будем не сбиваться с этого пути. Но как только мы начнем концентрироваться там, на своем физическом теле, на своем здоровье, на своем благосостоянии, мы будем охватывать лишь только одну часть, ну, скажем так, гармоничного развития. Да? Там, ради денег мы готовы погубить здоровье, ради здоровья мы готовы, так сказать, обеднеть, или ради там, здоровья и денег, там, так сказать, мы живем, но с духовностью у нас плохо. Поэтому, друзья, как бы есть главная духовность, а есть второстепенная, то, что на пути к духовности нам нужно здоровье. На пути к духовности нам нужно каким-то образом выживать. На пути к духовности нам нужно переоценивать ценности. И сейчас прекрасное время, поэтому я всегда говорю, что, ребят, у меня нет каких-то плохих ожиданий, таких фатальных, да, там мы все умрем, там конец света, извержение Йеллоустонского вулкана. У меня есть другие мои прогнозы. Будет тяжело, демоны будут пытаться захватить всех, но рано или поздно демоны падут, как Шрила Сиддхартха Махарадж сказал, над Советским Союзом были облака атеизма, но в какой-то момент они развеялись. Но потом опять демоны пересобрались, там, перекучковались. Но, как бы, такой момент, что, как бы, мы тоже должны действовать. Помните, как Харидас Такур действовал, и другие святые, Шримананда, Наротам, Шринивас. У них была своя цель, а у материалистов была своя цель. Поэтому Чайтанья Махапрабху был в очень тяжелое время, эпоха терроризма Хусейн Шаха, когда фактически мусульмане захватили Индию, так же, как британцы, и все говорят, мы здесь, в России, в Украине живем на захваченных территориях. Это отчасти правда, наши территории давно уже захвачены как бы мировым глобализмом и капиталом, но при этом никто из мировых глобалистов не написал нам в личку письмо и не сказал, ты не имеешь права практиковать Хари Кришна. Может, какие-то местные законы, там какие-то тролли пытаются остановить Санкиртана, но, ребят, если бы не пытались остановить Санкиртана, вы что, каждый день выходили бы? Поэтому все эти трудности, все эти препятствия, которые существуют на нашем пути, это не более чем помощь, а, как сказал Прохлад Махарадж, только внутренние враги. Да? Враг внутри, а окружающий наш друг. Как бы Шридхар Махарадж не произносил это, но нам трудно понять, что окружающие наши друзья. Почему трудно? Потому что эго, да, десятая оболочка Вселенной, самая большая оболочка – это эго. Помните, да, что в оболочке 10 Вселенных. Пять из этих оболочек мы знаем, это эфир, воздух, да, огонь, вода и земля, ну, то есть от тонкого к грубому. Но есть еще другие оболочки, да, такие как оболочки праны, оболочки, так сказать, эго и так далее. Оболочка эго – самая мощная оболочка. Опять же, если учесть, что весь мир – это вдох и выход Махавишну, то нужно понять, что время крайне маленькое. Нам кажется, что оно бесконечное, да? Ну, для Господа, да, оно тянется вечно по кругу. Но для нас оно предопределено. У нас есть между рождением и смертью в этой жизни очень четкая наша задача, да, которую мы должны для себя освоить. И если вы помните, что разные личности, такие как Махарадж Парикшит, например, да, Махарадж Парикшит был великим царем, и еще в детстве Кришна его спас от смерти. Когда Ашватама, как бы захотел убить его. Почему Ашватама захотел убить? Потому что он хотел отомстить за своего друга Дурьодхану, за своего отца Дрону. Да? Как бы он сказал на поле битвы пандавам, что я буду воевать нейтрально до тех пор, пока вы не убьете моего отца. Но Мадхвачарья рассказывает, что когда Дрона увидел битву, в конечном итоге увидел, что боги ждут его,
И в какой-то момент он услышал, что его сын Ашватама пал на битве. Он опустил оружие и понял, что в этом мире его ничего не держит. С помощью мистической силы оставил тело. А Арджуна попал лишь в мертвое тело своей стрелой. И в этой связи, как говорит Мадхвачари, Арджуну нельзя называть гуру-убийцей, да, потому что Арджуне пытались пришить как бы все его грешки, вот ты гуру-убийца, ты тот, все, и Кришне пытались пришить. Поэтому помните о том, что негативно настроенная публика, она будет всячески порицать верующих людей, какими бы они ни были. Вот, пожалуйста, вам пример этого арест, ну, как бы, этих виссарионовцев, да, то есть, ну, кто-то говорит там, какие-то там бани строили губернатору, кто-то говорит там, подворовывали лес. Ну, ребята, как бы, ну, реальность же другая, как бы, вся наша многонациональная страна, как бы, занята тем, что занимается какой-то, скажем так, достаточно сомнительной деятельностью, даже если можно назвать законной, потому что они же эти законы издают, они же их и выигрывают. Но их назвали сектантами, прилетел голубой вертолет, приняли этого Виссариона, вот, он сейчас там объясняется, что он там ни пень, ни олень, и что он как бы чистый, пушистый, а в результате что нашли? Нашли какие-то ружья в соседней деревне, ну, извините, тайга и ружье – это несовместимые вещи, ну, то есть человек, живущий в тайге, ну, как минимум должен иметь охотничье ружье на всякий случай жизни, вот, а что еще, как я уже говорил, резиновый член, ну, не уверен, что это был виссарионовский, но как бы нашли при обыске у кого-то. Опять же, ну, это шутка-прибаутка, но просто вот когда смотришь на вот это вот видео клоунаду, что там резиновый член, ребята, вот мы ехали по Москве после этого, я говорю, слушай, где они это все берут? И смотрю, в Москве на Большом проспекте Кутузова буквально эти эротические магазины стоят друг напротив друга. Я так понимаю, что люди же вообще как бы, ну, вот они в таком кошмаре живут, что они никак не могут себя ублажить ничем уже. Им уже надо что-то вот, ну, механическое, физическое, потому что уже нету потребности к любви, есть только потребность какого-то вот этого умственного зуда. И это действительно так, понимаете, умственный зуд. Мы все находимся, зуд еды, зуд гениталии, зуд страхи. И вот, ну, понимаете, да, ну, конечно, кто-то может сказать, ну, для духовных людей это не самые лучшие приблуды. Но, понимаете, как бы никто не заметил, что люди за 20 лет в тайге, в жопе мира, извините за выражение, построили какую-то там школу, что у них родилась куча детей, да, что у них как бы, ну, есть какие-то свои там идеалы, веры, что они там вегетарианцы. Ну да, кто-то там умер, к доктору не пошел, но обычно какой-то трешак. Я вообще никак не отношусь к Виссариону. Я помню его в 90-е годы, я уже сказал, что для меня его проповедь – это Космогонева. Ну вот, ну, я так посмотрел в интервью. Он, конечно, подрос за 30 лет. Я думаю, он Бхагавад-гиту подсчитывал. То есть, то, что он говорил в 90-е, то, что он говорит сейчас, видно, что люди растут и меняются. Ну, и там достаточно зрелые люди в этой общине. В конце концов, ребята, кому они мешали жить? Кому они мешали жить? Ну, понятно, кому-то, кто получил установку. Поэтому, что мы сейчас говорим? Мы говорим о том, что это может произойти завтра с нами, это может произойти с каждым из нас, да? Мы живем в таком время, в таком мире, где завтра скажут, пацаки, одеть намордники и радоваться. Ты такой, я одел намордник, а чего не радуешься? Все как в фильме «Кин-дза-дза». Поэтому вот эта планета Плюк, это мир, где там очень важный момент в этом фильме «Кин-дза-дза», что ты должен не показывать свои мысли. Он говорит, я же правду говорю, вот ты же можешь читать мои мысли. Он говорит, а кто же на Плюге правду думает? Вот основная идея, то есть правду, люди хотят, чтобы люди не думали правду. Не то, что говорили правду. Говорить правду – это вообще пипец. Это как бы, ну, закон, это нарушение закона. Вдруг ты начнешь говорить правду, и все. И весь тот мир, в котором… И мы сейчас не говорим там политическую правду, а просто правду о материи, о путешествии души через время и пространство, о том, для чего мы здесь и как. Ну, это дурачок, это какой-то там шизанутый сектант, ну вот… А что нужно, во что нужно верить? А нужно верить вот в меня. В меня верьте. Вот, я не шизанутый. Ну, поэтому такие, ребята, дела. Поэтому я абсолютно спокойно к этому отношусь, понимая то, что, к сожалению, мы много что сделать не сможем с вами на внешнем плане. Да, у нас, может быть, не хватит ни денег, ни сил, ну вот, как-то изменить этот мир. Но мы однозначно можем пытаться менять себя. И как говорит Ямамото Цунитома, если ты изменишь себя,
то мир вокруг тебя изменится. И вот это очень-очень позитивная новость. Научиться менять себя каждый день, шаг за шагом. Ну и, понимаете, как бы мы тоже деградируем. Вот я, ну, например, смотрю какие-то вещи, я стал себе позволять, ну, которые я раньше не позволял. Я понимаю, это деградация, это прогресс, с одной стороны. С другой стороны, как бы я должен понять, почему это происходит со мной так. Да? Почему то, что было ранее более священным для меня, стало более обыденным. Почему какие-то реалии, которым я должен следовать, я, может быть, их сейчас не следую. Ну, потому что мы все склонны совершать оскорбления, и всем нам нужно покаяние, общение, понимаете, и служение вайшнаву. Служение – это наше главное с вами богатство. И Гуру Махарадж так говорит, что через самопредание, даже те, кто не способны воспевать святое имя, могут обрести милость Господа. И приводит примеры слона Гаджентры и других личностей, которые предались Господу, как, например, демон Бали. У демона Бали не было никаких особых целей, там, делать что-то хорошее. Единственное, что демон Бали, он является внуком Прахлады Махараджа, и как бы от деда получил некое благословение достичь бхакти, но при этом всего потерять. Но его дед Прахлад объяснил ему, когда там Бали пришел, что-то там пальцы загнул Прахладе, там стал свои какие-то цели рассказывать, что вот я, знаешь, дедушка, я тут мир хочу завоевать, я такой крутой. Прахлад ему сказал: слушай, твой отец Хирани Кашипу, твой прапрапрадед, тоже не хотел завоевать мир, а завоевал. Хотел и завоевал — это разные вещи. Но даже он нашел смерть от руки Вишну, это первое. Вишну, конечно, его спас, но, понимаешь, как бы он жил в этом мире и смотрел на этот мир совершенно другими глазами. И я, конечно, понимаю, внучок, что мы все демоньки по происхождению, да, и что яблоко от яблони недалеко падает, но я хочу тебе сказать такую вещь. Будешь ли ты счастлив от своих завоеваний? Это большой вопрос. И Бали, конечно, обидел Прохлада, своего деда. Дед его проклял, он сказал: ну, знаешь что, я тебе скажу такую вещь. Может, ты, конечно, мир и завоюешь, но так, рано или поздно ты его потеряешь. У тебя сам Господь все заберет. Но Господь, когда все забирает, он дарует преданность. Ну, и Бали типа нагло: ну, ладно, ладно, дедушка, ну, пускай так оно и будет. Вишну преданность, раз я преданность получу, значит, ничего я не потеряю на самом деле. Значит, весь мир так мой останется. Он сказал риторическую правду, но это не значило, что как бы он не попал на все бабло, на всех своих женщин, на все свои как бы сбережения, на все свои как бы фишки. И когда Нарсимхадев его убил, то Нарсимхадевы стали молиться небожители. И очень прикольный момент, там повелители планет стали говорить: мы были повелителем планет, но злобный демон отнял у нас наши силы, так сказать, вершить судьбы людей. Там ситхи сказали: мы могли путешествовать сквозь время и пространство, но злобный демон Кирани Кашипу запретил нам, типа, такой выдал распоряжение, типа: не, ребята, больше вы, как говорится, сквозь время и пространство не будете ходить. Вот только из вас кто-нибудь вытворит какой-нибудь фортель, я вас как бы сразу же на мясорубку. И, писать такие ситхи, которые вот они там сидели, там что-то медитировали, достигли этого мира ситхов, а тут такой облом, какой-то демон, и нифига ты не можешь делать, да? Ну, мы думаем: вот, если я стану, у меня будут ситхи, я могу там в супермаркете появляться, открывать холодильники с пивом там, или воровать бесплатно фрукты, авокадо для Кришны. Ну, бред всякий, короче. А ситхи реально, они могут путешествовать через время и пространство. Но даже они как бы не были лишены гнева демона, а были другие там всякие обитатели Ганхарвы, Кинары, Апсары. И сказано, что Хирани Кашипу все высшие миры держал в страхе, в том числе и мудрецов. Они думали: лучше с ними связываться. Лучше с ним связаться. А он, между прочим, чтобы вы понимали, там делал всякие ведические обряды, жертвоприношения. То есть, поэтому не думайте, что демоны такие вот люди, прямо тупые атеисты. Демоны – это очень проработанные люди. Они знают, что нужно делать какие-то определенные там обряды, раздавать милостыню, как раз в отличие от нас. Демоны-то, они четко понимают свои цели и задачи. Это мы думаем: о, все на халяву, там, а Кришна еще даст. Там, а, пойду потусю, а... Это, знаете, такой поверхностный очень. И поэтому, с одной стороны, я объясняю, как бы, ну, каким-то друзьям, я говорю: понимаешь, мы набрали людей с улицы, по большому счету. Мы не проповедовали в каких-то там суперкорпорациях, университетах. Мы на фестивале Видалайф, кто пришел там, волонтер, там, кто-то пришел там по интернету, кто-то как. То есть мы не занимались каким-то селективным отбором какой-то масонской элиты, которую мы вручим будущей ведической культуре. Мы бы очень этого хотели. Но по большому счету, кто был последователем Шилы Прабхупады? Ну, хиппи,
Да, то есть хиппи, люди из интеллигентных семей, образованные люди, но которые отвергли материалистическую жизнь. Поэтому ожидать от наших преданных каких-то там гиперпрорывов на материальном плане, ну, оставляет желать лучшего. Но иногда, вот, как говорил Госвами Махарадж, он говорил очень важную вещь, некоторые люди просто должны быть преданными. Вот я приехал, например, там, Дамодар, Хришикеш Махарадж, там еще кто-то, они могут делать очень много, и строить, там, и коров дать, и мед делать, но на самом деле их главное положение – это быть преданными. Или в Ростовке, да, там, Ачинти и команда, девчонки, или в Питере, там, Виджай Роман, Ананда Мой. Просить Ананда Моя, чтобы он сделал там какой-то бизнес, или от Виджай Романа, чтобы он там стал петь и танцевать на фестивале, бессмысленно. Это личности, которые предались Господу и служат Господу изо дня в день, каждый день. И, ну, может быть, где-то в чем-то там терпят меня, терпят других каких-то, терпят друг друга. Я же тоже не подарок. Не думайте, что я какой-то такой подарок. Авадут Махарадж, великая душа, подарок. Это такое, как бы, внешнее... ореол, да, там, ну, дистанционный, а так я черт еще тот, но, вот я думаю, я черт, а почему у меня какие-то вот есть, но понимаете, ребята, это с прошлой жизни какой-то милость гуру, потому что гуру мне мой сказал, исполняя мои наставления, я прою на тебя милость, все, чего коснешься, превратится в золото, и вот поэтому я всегда говорю, ребята, надо верить в слова гуру, поэтому сказано, мукам калоти вачанам памгум лангую тегирим, я трипа тамагам ванде шигурун динтарином, да, то есть, или Парамананда Мадхава. То есть, что по милости гуру и по милости Господа Мадхава, там, глухой сможет слышать, слепой видеть, а горбатый перейдет к Гималаям. Поэтому гуру Махарадж написал такую важную книгу «Шри Гуру и его милость». Поэтому, друзья, мы должны стремиться предаться гуру, исполнить слова гуру, исполнить, посвятить гуру свою жизнь. Да? Если мы этого не готовы делать, тогда мы не понимаем, что такое духовная жизнь, потому что до Бога очень далеко, а вот гуру сказал, вот воспевай святое имя. Ты такой, а мне не хочется. Но гуру сказал, воспеваю. Гуру сказал, постись на Экадыше, тебе будет от этого лучше. Ну, мне как бы не особо, но раз гуру сказал, я буду. Гуру сказал, общайся с этими преданными, там одна преданная мне всем пишет. То мне жениться, то мне туда поехать, то мне сюда поехать. То, а что вы думаете? Я говорю, я ничего не думаю, потому что тебе бесполезно что-либо говорить. Я сказал, бесполезно, тебя умище гоняет. Я тебе сказал 50 раз уже, служи преданным. Хочешь, служи им в Киеве, хочешь, служи им в Ростовке, но служи. Просто тупо, не гоняй своим умом. Возьми что-то ответственное служение, там, не знаю, за коровами ходить, там, на кухне, там, поджарить, колокольчик. Просто начни служить. Да, умище будет рвать. Понимаешь, да, умище будет рвать. Ну, или там туалеты начни мыть тогда, тоже хорошее служение. За вайшнавами. Ну вот. Тогда умище постепенно как бы сфокусируется, да, то есть йога – это не расфокусированность, это очень серьезная сфокусированность. Если мы увидим, к чему призывает нас любая йога, в особенности бхакти-йога, это к состоянию полной медитации, то есть отключение от мира материи. И бхакти-йога, в отличие от других форм йоги, она в состоянии захватить все наши чувства. То есть красота Кришны, сладость его запаха, сладость его губ, глаз, стоп – его одежды, его гирлянд, его преданных, музыки. Это все обладает настолько невероятной силой, да, когда мы заходим в храм, вдыхаем вот этот запах. Ну вот, ребята, это как бы, ну, нужно ценить и понимать. И это, к этому нужно относиться как к сакральному. А мы не относимся как к сакральному, потому что мы слишком все на халяву получили. Вот, и был такой в Питере, ко мне подошло там несколько человек, стало что-то про инициацию говорить. Я говорю, ребята, инициацию во что? Вот у нас... произошла очень печальная история, я не хотел давать одному человеку инициацию, потому что не потому, что там плохой, да, я увидел, что этот человек не просто физические проблемы, а у него ментально-духовные проблемы. Ментально-духовные проблемы, то есть ему неинтересно. Он пришел какие-то там разрешить свои материальные вопросы, миссии. Я бы не стал давать этому человеку инициацию, но позже этот человек вышел, так сказать, с обвинительной речью, и ладно, там меня обвинил, это, ну, если вы хотите меня в чем-то обвинить, задайте мне вопросы, и я вам покаюсь во всех смертных грехах. Ну вот. А, ну, как бы, и поверьте мне, они более страшные, чем вам кажется. Ну вот, ну, в особенности там в молодости и так далее. Да? То есть я прошел какие-то советские времена, и там, и алкоголь, и наркотики, и секс, дракс, рок-н-ролл. И я понял для себя одну такую важную вещь, что все мои друзья умерли, а те, кто остались, они, к сожалению, стали стариками и инвалидами. И я понял, что я. Удивительно, но я почти единственный из своих друзей детства, который, ну, как бы обладает некой особой удачей. А так все мои близкие друзья, они уже где-то там
в других телах и в адских мирах. Вот, возможно, я с ними увижусь. Ну вот. Но не в этом дело. Дело в том, что я понял, что милость гуру, милость Господа, она может исправить даже такого черта, как я. Не говоря уже о вас, ребята, вы не такие грешники. Знаете, когда вы начинаете каяться, там, Махарадж, такая грешная. Я думаю, да не такая ты грешная. Ты не знаешь, что такое грех? Ты просто сентиментальная лохушка. Извини меня за два слова. Я тебя по-другому назвать не могу. И поэтому не пытайся из себя строить какую-то жертву или какую-то грешную душу. Ты просто такая же, как и мы. Но гуру может тебя спасти, если ты поверишь. А если ты начнешь как бы играть со своим умом или с гуру в прятки ума, тогда извини, ты как бы просто тратишь время впустую. А мне очень понравилось, там у японцев состоялся такой разговор. Значит, там один человек делал соба. Соба это, ну, чтобы вы понимали, гречневая лапша. Соба, суп, ронин. А напротив был ресторан, который делал суши. Если вы приедете в Японию, там такого вот как бы салат-баров почти нету. Это только для... Там вот одни заточены на соба, другие на суши, третьи на там рамен делают. Да, то есть, ну, очень интересно. Там официанты бегают. И люди полностью сконцентрированы на своем сервисе, на обслуживании. То есть там вообще не принято так, как мы себя вести. То есть мы совсем дикари по сравнению с японцами. Они очень фокусированные люди. И вот один повар разговаривал с своим другим поваром, другом. И он был молодым, и он говорил: слушай, вот я делаю соба, может мне как-то переключиться на суши. И тот старый повар ему очень хорошо сказал, он сказал: братуха, ты уже в конце определись в своей жизни, что ты хочешь делать. Понимаете, между соба и суши у людей дилемма. А мы пытаемся какие-то, ну, как бы для себя выдумать какие-то, а мы то или мы это. А там люди как бы говорят: соба или суши. Но для них это соба или суши — это вся жизнь. И поэтому, если кто-то в Японии работает в какой-то корпорации, если мы работаем в какой-то корпорации, то для нас перейти там из Тойоты в Хонду — это предательство. Ну, для русского человека это не понять. Но для японца это вопрос жизни и смерти, харакири. Вот, поэтому, друзья, как бы вот такая вот история удивительная, да, то есть такая вот японская душа, очень суженная, да, для нас совершенно психически неприемлемая, честно вам скажу, да, поэтому там в Японию хорошо приехать, но жить в Японии очень сложно. Ну вот сколько я там не путешествовал по Японии, хотя прикольные японцы бывают. Бывают такие совсем шалопаи, такие безбашенные. Ну, то есть разные, да, но в конечном итоге японский дух — это концентрация. И этого у них, ну, нельзя как бы не подчеркнуть. Мы, конечно, рошенки пассионарии. Что такое пассионарии? Пассионарии — это люди с такой как бы, ну, вот пассионарной природой, да, там мы готовы поехать в Никарагуа, освобождать бедных там никарагуанских людоедов там от какого-то гнета каких-нибудь там английских бурбонов, или мы готовы там что-то ехать проповедовать в Америку. То есть мы пассионарии по своей природе, и это хорошо. Наверное, этим определяется наша душа. И вот эта пассионарность духа, она, безусловно, очень-очень нам, ну, скажем так, импонирует, потому что, ну, не мог Господь нас всего лишить, да, сделать нас совсем чему. Он должен был что-то дать, сказать: ну ладно, ребята, японской концентрации вы не заслужили, но я дам вам гумилевскую пассионарность, да, то есть будете мыслить как дети планеты. И поэтому, ну, как бы мы по своей природе, ну, как бы, так, что там пишет один преданный: у меня скверный характер, я борюсь с этим, жена мне сказала: ты неисправим, а я сказал, что мне поможет только милость духовного учителя. Да, братан, и я тебе скажу честно, я все время думаю о тебе с большой любовью. Вот, я, конечно, сильно виноват перед тобой, но это не моя абсолютная вина, ты меня просто не услышал. И тот товарищ, который прокозлил, был один преданный, который номинально прокозлил, я развелся, это мой большой грех. Вот, он тоже как бы сейчас мучается и страдает, но больше всего меня мучает то, что мы с тобой стали не близки из-за материи, не из-за духа. То есть по духу мы с тобой братья, и мы помним всегда друг друга. Но из-за каких-то разборок, из-за какой-то материи, из-за какой-то хрени, номинально хрень. Вот.
Я уже не знаю, как перед тобой там извиниться. Я могу перед тобой извиняться, там, не знаю, я не знаю, что мне, раздеться или там себе по попе ударить. Но я понимаю такую одну вещь. Я твой друг и брат. Я всегда хотел, чтобы ты что-то делал. И поэтому как бы отдели мух от котлет, там, бизнес, от семейных отношений, там, от там, родственников. Потому что всегда родственники будут довольны, недовольны. Знаешь, у меня тоже есть бывшая жена, и ну, как бы я очень редко с ней встречаюсь. Но, правда, к сожалению, я ее забанил. Забанил, потому что понял такую вещь, что ну, как бы нас духовное уже не объединяет, а материальное, как бы, она уже пускай сама разбирается. Вот. Я, конечно, готов ей помогать, но если я вижу, что кто-то ну, не идет на такое как-то душевное сотрудничество, а на какой-то своей волне находится, то я не могу с ним общаться. Потому что если какой-то человек считает, что все преданные плохие, только я один хороший, тогда такой человек, он как бы, ну, не может быть в обществе преданных. Он должен отойти в сторону и жить какой-то своей мирской жизнью. А материалисты, они все хорошие, понимаешь, как если им бабки даешь, они вообще прекрасные. А если с ними не сближаешься, они все классные. Но преданные – это люди, которым можно прийти и поплакать, это людьми, которым можно подраться, а потом вместе расцеловаться. Вот, вот что такое преданные. Поэтому не надо путать вот эти вот вещи. И мы должны это научиться. А то, что мы несовершенны, это очевидно. И, но также мы несовершенно слышим то, что мы хотим услышать. Научиться слушать. Я читал в Ведах такой интересный момент, да, что слышать звук мантры и слышать ее – это еще совершенно разные вещи. Потому что слышал звон, да не знаю, где он, это такой как бы, ну, это мир ума. А вот когда мантра проникает в сердце, поэтому когда мы говорим воспевание святого имени, речь же не идет о каком-то бормотании, 16 кругов бормотания, 4 круга бормотания. Гурбиев очень четко сказал, он сказал, ребята, покажите, у кого есть любовь к Богу, покажите, кто пронизан святым именем. Да? Гуру Махарадж, он не сидел 24 часа с четками. Но он воспевал святое имя. Гуру Дева вообще я с четками не видел. Однажды, я помню, пришел к нему рано утром, он такой сидит с четками. И я такой, Гуру Дев, можно? Он такой, вообще-то я с четками. Меня, говорит, никто никогда с четками не заставал. Но Гуру Дев вставал очень рано. Он говорит, ну ладно, ты сиди, я типа дочитаю круги. И я сидел тихо, как мышь, со своими четками. Гуру Дев дочитывал круги. То есть у Гуру Дева тоже были какие-то сокровенные внутренние моменты молитвы. Но он нам посвятил свою жизнь, как отец, вот семье, понимаете, разница. Можно создать организацию «Отец», а можно быть отцом, это разные вещи. Да, отец там может тебя наказать, он тебя может выгнать, там по попе пошлепать. Отец это как бы не… Вот у нас есть такой один преданный, я всегда говорю, нельзя быть добрее, чем мать Ишода. Вот он привез этого психоинициацию и, как бы, будучи добрее, чем мать Ишода, подсунул ее Авадуту Махараджу. Типа, ну вы, Авадут Махарадж, вы такой милостивый там. Вы всех инициируете. Ну, начнем с того, что, друзья, как бы, мы же говорим о том, что когда мы инициируем человека, мы принимаем его в нашу духовную семью. Вы хотите психа принять в духовную семью, чтобы он вам пил кровь? Или вы хотите в духовную семью принять материалиста, который будет говорить, я ученик Говинда Махараджа? Я помню, у нас был там один такой шизотерик, давно еще. Он там какие-то там порчи с глаза, какую-то биоэнергетику, какую-то хрень. Ну, и походу там каких-то тетечек ставил в разные интересные позы и, так сказать, им, так сказать, заправлял как бы глубокие духовные идеи. Вот. И на него стали жаловаться. И он потом умер. Вот удивительная вещь, Кришна как бы с ним разобрался. Почему? Потому что он от имени Говинда Махараджа, он рассказывал людям, что он ученик Говинда Махараджа, а начинал какую-то фигню, а потом заканчивал тем, что я вам уберу сейчас порчу, или я вам там сейчас сделаю внутренний висцеральный массаж, как бы, и там, ну, как бы, ну, Кришна его прибил. Был второй еще чертила, такой очень известный профессор Данилов. Я помню, как он приперся к нам просить инициацию. Но в реальности он не хотел никакой инициации, ему нужна была просто марка, что вот он у великого гуру Говинда Махараджа получил посвящение. Но все время он занимался своей какой-то фигней. Сначала почитал его книги, подумал, о, какой-то классный мужик. Вот он там, Витязи, Возрождение Руси. Он собрал вокруг себя огромное количество шизотериков. Но в реальности, когда я пришел к нему домой, у него вместо божеств стояли пупсики. Помните пупсик такой, Кришна и Радха? Я такой подумал, надо быть таким шизоидом, чтобы поклоняться куклам, пупсикам, как Кришне и Радхе. Ну, конечно, кто-то мог сказать, ну, это на высоком возвышенном уровне, это его последователи. А в реальности это был просто параноик, который поклонялся Радхе и Кришне как пупсикам.
И главное, он пытался вмешать в ведическую как бы систему, политику. И там Лукашенко что-то ездил, проповедовал там чекистам. Ну, в общем-то, но сам он, понимаете, бог с ним, ладно, кому ты проповедуешь? А, я думаю, чекисты и мои лекции слушают, и украинские, и русские. Но тут другое дело. То есть ты сам ничего в этом не понял. Ты зачем принял гуру? Чтобы свою ахинею нести. И вот раз я его предупреждал, я говорю, не надо вот так вот, знаете, вы как бы, ну, вы уже вроде как член читания Сарасватмата, вы такой бред несете и пупсиком поклоняетесь. Давайте либо вы как-то в сторону отойдете, либо он такой, не-не-не, я ученик гуру Дева, я такой, знаете, обманывал меня. Ну вот, у него был один инфаркт, второй инфаркт, а потом, так сказать, Кришна забрал его жизнь, потому что это серьезные штуки, ребята. Вот так вот профанировать, ходить, как бы, был другой еще у нас товарищ, который объявил себя практикантом Сарасвати, но он сейчас жив и здравствует. Он там каких-то 2-3 последователей говорил построить ему то ли храм, то ли дачу. Но я так понял, что деньги закончились, храм не получился, потому что храм же это не здание, это люди. А получилась огромная большая дача, но ее не протопить. Где-то там в Смоленских лесах за 30 километров от города. Ну, прикольная фишка, да, где-то там в Смоленских лесах в каком-то там садоводстве стоит огромный дом, который строили какие-то люди с верой, что они строят храм. А на самом деле они строили, ну, дачу, потому что храм – это божество, это Господь. Это другая фишка, вообще другая энергия. И нам, понимаете, чтобы в этот храм как бы зайти, мы должны очиститься. Мы можем зайти туда, как Вася, Маша, Петя, мы должны зачиститься туда, как трансцендентные личности, не как там Георгий Аистов, не как Жора. Там меня иногда там художники говорят, о, Жора, привет, там, а, чё там, как? Потому что раньше, когда они мне говорили, ну, там, 20 лет назад, о, Жора, давай побухаем, я говорил, ребята, я как бы подшился. Ну, я же не могу им говорить, я бывший наркоши, я подшился. То есть я не мог, если 20 лет тому назад я бы сказал своим друзьям, художникам, ребята, вегетарианство, Хари Кришна. Но потом они узнали, что я Хари Кришна. И сейчас они мне такие, о, Хари Бул, типа, твою лекцию посмотрел, прикольно ты говоришь. Там отца Георгия зашел. Ну, то есть люди тоже меняются, понимаете? Люди меняются. Мы здесь, чтобы меняться. И поэтому, вот если мы будем статично рассмотреть, вот ты меня, козел, там, предал, вот ты Иуда, вот ты сволочь, я тебя ненавижу, а у других я люблю. Но это не изменение, это опять я. Понимаете, это мы зеркалим свое эго. А если мы скажем, да, возможно, были какие-то обстоятельства, и я не смог пройти через эти обстоятельства достойно, да. Я не смог, вот интересный такой момент, про когда было такое обсиралово по интернету, ну, там, обосрали всех, меня, Виджая Романа, ну, вот эта девочка рассказала какую-то херню полную. Причем так подло, там типа Девадат в Крыму всегда был готов избивать. Ну, понимаешь, да, как вот сказать так? Виссариону тоже вкатили какое-то там психическое насилие. То есть, вот Авадут Махараш, когда на меня смотрел, всегда был готов меня избить. Не избил, просто я это увидел в его взгляде, в его глазах колких. Что, ах ты сволочь, я тебя сейчас как в рожу тресь. Понимаете, какие вот пакости, подлости делают люди, но... Я подумал, ну, может быть, ответить на это, там, может, рассказать. Но потом получилось так. Сама, кто записала этот ролик, сказала, ну, типа, ролик плохо просматривался, но поскольку кришнаиты стали его просматривать и писать свои комменты, ролик постепенно стал подниматься. То есть, понимаете, да, не троллить троллей, вот главная фишка. Потому что что нужно было тому, кто записал этот ролик? Только чтобы он начал подниматься. То есть, этого человека не интересовало ничего, кроме монетизации его дебильного канала, понимаете? А причем он сам признается там, что вот я работал на Первом канале, и меня заставляли искать украинцев. Ну что ты, дурочка, не понимала, для чего тебя заставляли искать украинцев? Чтобы обосрать Украину. И ты в этом участвовал. Ну тебе не понравилось, конечно. Ну конечно, а кому интересно, я извиняюсь за выражение, подметать чужие презервативы или какашки мыть? Ну вот, но ты в этом поучаствовал. То есть ты поучаствовал в медиа. Теперь ты как бы уже медиа прокачанная звезда. Вот. Но, как бы, понимаете, тут такой момент интересный очень. А сначала я думаю, надо как-то ответить там, а потом я думаю, а что это? Мое эго хочет ответить, а моя душа ничего не хочет ответить. И мне подсказал и Госвами Махарадж, и Притху, вот в этом смысле Притху очень мудрый человек. Он сказал, не тройте тролли, Махарадж. Мы знаем Гурудева, мы знаем наш храм, мы знаем как бы истину. А если кто-то истину не знает, это его проблема. И в этой связи, понимаете, какой момент? Пускай нас обвиняют в чем-то, пускай говорят, что там Авадут Махараш плохой. Да действительно я плохой, я же не говорю, что я хороший. Но извините просто, я за эти 25 лет не нашел ни одного хорошего, который мог бы заменить. А вот те хорошие, которые нашлись, там Маханчор, Виджай Роман, они меня и заменили. Там в Таиланде,
в Киеве пришел Ачинти, да, то есть не я же сижу, Говиндленд строю, я прихожу, там какие-то наставления даю, а там впахивают ребята, или в Киеве, там, вот там, кто-то плохой, ну, ребята, извините, а кто хороший? Поэтому Сарасвати Такура сказал, если ты хочешь жить в Гауди Матхи, терпи дал и гал. Дал – это плохая еда, гал – это то, что тебя будут чморить. Но, понимаешь, тебя в любом случае будут чморить. Жена, дети, все тебя будут чморить. Но если тебя будут чморить ради истины, то это классно. Для твоего эго это классно. Тебя чморили ради истины. Ты можешь сказать, мое эго пострадало ради истины. Мое эго. Десятая оболочка эго ради истины пострадала. Ну, значит, это ты жертва истины, бляха-муха. Ты великомученик. Жертва истины – это в христианстве великомученики. Поэтому, ребята, не стесняйтесь быть великомучениками. Если вам посчастливится пострадать за Кришну, то это ваша удача. А в Махабхарате Юдхиштхира сказал очень важную фразу. Вернее, Бишма. Он сказал Юдхиштхире, своему внуку, долг никому не должен. Да, ты служил Кришне, это твой долг, но Кришна тебе ничего не должен. Вот так вот. Кто-то говорит, о, я там был в храме, о, я там язва желудка заболел, о, я там вставал 10 лет, в 4 утра был пуджари, потом меня как отстрелило, я побежал торговать какими-то дисками на рынок, и теперь я вообще, вот меня интересует там какой-то там шизотерика. А почему это произошло? Потому что долг никому не должен. Ты получил сукрити, ты служил, твое сукрити закончилось, ты слышал оскорбление, Кришна тебе перекрыл канал. В следующей жизни тебе дадут еще раз шанс. Это Кришна очень-очень милостив. Но за все косяки, которые мы с вами совершили, поверьте мне, мы будем нести ответку. И мы там с одним преданным сидели, обсуждали. Я говорю, а ты что, вот было у тебя какое-то откровение? Он такой, ну да, у меня такой был сон, там типа я увидел Гурудева, Гурудев такой любящий. А лицом повернулся ко мне и сказал, ну типа, ну козел же ты. Я говорю, вау, ничего себе, Гурудев тебя так поставил на место, но любящий. То есть, он тебе сказал, ты козел, ты должен измениться, но я типа тебя не выгоняю. Ну, это очень круто. А он говорит, а у тебя? Я говорю, ну, у меня что-то были разные откровения. Но я говорю, мое последнее откровение было, что Господь мне пришел во сне и сказал, неужели ты думаешь, что все, что ты сотворил, будет безнаказанно? Он такой, вау. Я говорю, ну, понимаешь, если мы говорим о вайшнавизме, то Господь, если Он нас наказывает, значит, мы Ему дороги. Только... ну, как бы хозяин может наказать свою собаку. А если собака не нужна, пошел нафиг. Поэтому, если Господь нас с вами накажет, ребята, это значит, что у нас есть надежда. Понимаете? И это было неоднократно в Махапрабху, да, в истории. Читайте читание Чайтамиты, читайте читание Бхагавата. Как там Шриваса Такура наказали, как там умер сын Шриваса Такура. Ребят, вообще серьезные вещи. Сын Шриваса Такура умер на киртане. Уж неужели Гауранга Махапрабху не мог извинить судьбу одного мальчика? Но Гауранга остановил киртан, вынес тело сына и сказал, говори. И тот сказал, ну я очень счастлив, что путешествую по этой вселенной, я встретился с тобой. Но сейчас моя лила закончилась в мире материи. Я освободился и ухожу. Ну что, ребята, что плакать? Ой, мой сын умер. Нет, он не умер, он ушел в высший мир. Причем на глазах у всех, у Гуранги самого. Еще это подтвердило тебе, что ты хочешь. Ты хочешь, ну это мои, вот чтобы мой сын жил. Но это твои ожидания, понимаешь, братан, это твои ожидания. А ожидания Кришны другие. Поэтому мало ли что мы ожидаем. Вот я думал, вот у меня такие ожидания, я хочу вот этого. Но хочу я или не хочу, надо понимать реальность. Вот реальность пришла, коронавирус. Херак, и все упало. И мне один преданный пишет. О, Авадут Махарадж, там, я так трудился, я тратил деньги, и все там типа прогорело. Я говорю, ну, знаешь, братан, вот я скажу тебе честно, я думаю, что у меня еще хуже, чем у тебя в жизненная ситуация. Ну вот, но у меня не свои деньги там прогорели, а понимаешь, там есть куча расходов, которые не знаю, откуда закрывать. Ну вот, но, понимаешь, как бы это воля Господа, мы ничего не можем сделать. Отмотать коронавирус назад, я очень счастлив, что он произошел. Я понял, что у нас было просто лишние рты, лишние иллюзии, лишние вещи. Я понял сейчас, сколько лишнего всего мы делали. Но это нужно только поголодать, понимаете? Очистительное голодание. Вот так вот, ребята. Поэтому, если мы очистимся в процессе голодания, а кто скажет, что голод так плохо, кришнаиты голодают, ну а кто скажет, ну голод очищает, ребята, знаете, как у кришнаитов мозги начинают работать во время голода. Вот. Ребята, пожалуйста, не обижайтесь на меня, я не пытался лично на кого-то наехать.
Вот у меня здесь как бы мои старые друзья, я к ним обратился, они знают, к кому я обратился, как и почему. Ну вот, и на самом деле я их очень люблю, и да, я где-то в чем-то перед ними виноват. И у меня нет с этим проблем признать свою вину. У меня есть другая ситуация, ну, как бы непонимание моих друзей, что, ну вот что, мы теперь там, был ты президентом, а теперь ты не президент, и все, ты перестал быть гражданином? Нет. Нет, братуха. Мало того, столько храмов нужно строить, что там столько президентов нужно, храмов. Они как бы востребованы, да? Или там, что тебе мешает кто-то петь Хари Кришна или там общаться, там, молодежь? Нет. Наоборот, молодежь вдохновляет. Я когда вижу молодежь, я думаю, слава Богу, хоть кто-то подхватит. Ребята, за эти годы вы что думаете, что тысячи людей пришли подхватить? Пришли единицы. И это статистика. Единицы подхватывают. Что вы думаете? Вы думаете, что это так просто, что ли? Бить барабан каждый день. Посмотрим, кого еще насколько хватит. Вот, поэтому есть такая хорошая песня «Чего ты ноешь?». Ну, она немножко по-другому называется, но я уже, так сказать. Вот, поэтому послушайте эту песню про нытье, как бы переосознайте свои какие-то вещи, и я тоже постараюсь переосознавать их. И поймите, что, ребят, не все так плохо. В конце концов, как сказал Шридхар Махарадж, Третья мировая война, пускай она будет, она уже идет. Но суть-то не в том, что мы там с вами должны бегать с топорами или с калашниками, а суть в том, что у нас самая главная война – это война с собой. Победить себя, свое невежество, гордыню, тупость, глупость. Как победить? Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Но эта мантра должна быть настоящей. Это не должен быть какой-то профессиональный звук материального мира. Это мантра из сердца. Я был на йога-фестивале в Москве, было очень много позитивной публики. Я сказал, ребята, вот помните фильм «Пираты Карибского моря», там, где пиратов вешают? В общем, трагические кадры, да, идут пираты, их вешают пачками, там, не церемонясь. Там какой-то маленький парень, ему не хватает дотянуться до виселицы, ему там стульчик, табуретку подставляют. Ну, то есть, не щадят никого, закон никого не щадит, вешаем всех. И вдруг пираты начинают петь свою песню. И в шоке те, кто... Их палачи в шоке. А, они поют. Он говорит, продолжайте вешать. Но когда пираты запели свою песню, они поняли, что мы стремились быть пиратами, мы жили как пираты, мы умираем как пираты. Так что, ребята, мы стремились быть Харе Кришна, давайте жить как Харе Кришна и умрем как Харе Кришна, а не как какие-то материалисты, обиженные или там разглаженные жизнью шизотерики или атеисты, или разочаровавшиеся во всем. Пускай эта пиратская песня Харе Кришна звучит в наших ритах. Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитананда, Шри Адвейта Гарадхара, Шри Васади Гуру Бхактавринда. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Поэтому воспевайте святое имя, памятуйте о Господе, о святых. И обязательно мы, ребята, с вами продвинемся. Господь нас защитит. Даже не сомневайтесь в этом. Да, испытания будут. Никто не сказал, что будет легко в дороге. Но если мы будем вместе, если мы будем держаться вместе, то мы обязательно, как бы, как сказал Гуру Махарадж, сев в правильный поезд, окажемся в правильном направлении через какое-то время. Джай Гуру Махарадж, ки джай, харинам, санкиртан, ки джай, гуру примананде.